Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи. У нас в преддверии матча Суперкубка УЕФА Манчестер Сити против Севильи. Вы в комментариях, друзья, пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит. Ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. Центра поля. На эту встречу начинают футболисты из Севильи. Поехали. По составу, конечно, испанский клуб уступает горожанам, но мне кажется, характер бойцов у них точно не отнять. Я надеюсь, что это будет интересная игра. Ну а для Манчестер Сити это шанс завоевать еще один трофей. Но пока Севилья в атаке, хороший выход, прострел в центр, удар. И что там? Было, кажется, нарушение в атаке. Я на секунду подумал, что была игра рукой, и арбитр назначает пенальти. Но нет. И вот теперь уже Сити идут в атаку. Не будет точно вроде как Кевина Де Брюйне. Но и без него состав Манчестера довольно серьезный. Сейчас Гриллиш делает передачу на Эрлинга Холланда. Тут сразу делает скидку Фил Фоден. Холланд, как же, ребята, они давят. Как они давят и продолжают борьбу. И еще один удар по воротам. Но здесь арбитр также фиксирует нарушение правил в атаке. Очень такие бодрые 10 минут. Ошибка, Грилиш, дальний удар. И голкипер Севильи отражает мяч на угловой. 14-я минута. Иван Ракитич играет с Окампосом. Суса налево. Севилья потихоньку разгоняет свою атаку. 17-я минута. Это Акуня. Пытался прорваться, но по итогу не заработал даже угловой. Передача в центр на Родри. Фил Фоден. Сегодня именно он разгоняет атаку. Ну и все чаще мяч уходит налево. Там, где Грилиш. Холланд тоже сместился к нему. Выманивают сейчас футболисты Манчестер Сити игроков Севильи на себя. Уолкер. Передача в центр. Альварес. Прострел. Грилиш. Нет. Фил Фоден пытался сделать скидку. А это не Фил Фоден, оказывается. Это был, ребята, Ковачич. Именно он оказался в центре. Фил Фоден был под ним. А вот сейчас Окампос бьет и не попадает в угол. У нас почти полчаса позади. И радует то, что Севилья действительно отвечает Сити. Порой даже где-то чуть опаснее. Но мне кажется, если Сити забьет, то Севилье будет очень тяжело. Классная передача на Ламелу. Но не догоняет он мяч. Фернандо извиняется, хотя, на мой взгляд, передача была очень умная. Чуть-чуть не хватило точности. Родри, классный пас на Ковачича. Тот играет на Эрлинга Холланда. Холланд пытался прокинуть. И Холланд продолжает давить. Он сейчас не выпускает соперника. Но с Холландом вообще сложно тягаться. Он такой очень мощный нападающий. Снова Грилиш, Эрлинг Холланд. Передача в центр. Классный пас. И вот здесь Альварес должен был бить уже. Но он, видимо, продлевал атаку в надежде, что кто-то будет забегать. А там никого не оказалось. Снова Альварес. Холланд бьет. Но это пока не лучший удар Холланда. И остается буквально полторы минутки до конца первого тайма. 4-1 по ударам в первом тайме в пользу Манчестер Сити. Но будем честны, наверное, всего лишь один удар был таким довольно опасным, когда вратарь перевел мяч на угловой. Но и Окампос у Севильи имел тоже неплохой момент, когда пробил рядом с девяткой. Так что первый тайм такой, довольно на равных. Посмотрим, что получится во втором. Сможет ли кто-то забить? Альварес пытается раскачать сейчас футболиста Сити. У него это получилось. Уолкер не потерял мяч. Фил Фоден. Ну, дойдет ли дело до удара? Эрлинг Холланд с правой пробивал. Уже все сделали партнеры для него. Но забить он в итоге не сумел. Сити такое чувство, что хочет зайти с мячом в ворота. Альварес классно играет на Уолкера пяточкой. 60-я минута, передача в центр, Фил Фоден. Уолкер простреливает.
Но в итоге до Холланда мяч не доходит, и снова Севилья играет на отбой, но все чаще ошибается. Скидка пяткой. И немножко не успел Фил Фоден. 65-я минута, а вот уже и Севилья что-то пытается придумать. Это Эн-Насери. Тонкая передача в штрафную. Дриблинг. Будет ли удар? Удар есть, и 1-0. Вот так вот Севилья наказывает в нашем прогнозе Манчестер Сити за свои нереализованные моменты. Это Ламела. Он очень классно разобрался в штрафной. Казалось бы, можно было развернуться и сразу пробить, но нет, он сделал пару обманных движений. И только после этого расстрелял ворота Эдерсона. Вот так вот Севилья в нашем прогнозе выходит вперед 0-1. И что теперь скажет Сити на пропущенный мяч? 20 минут до конца, и Лукас Окампос несется сейчас на ворота Эдерсона. Снова попытался пробить, но здесь удар накрыли. Ковачич сделал передачу, надошла до Грилиша. Грилиш залетел в штрафную, пас на Холланда. И спасает голкипер буквально в упоре. Акуня залетает в штрафную, будет ли еще один гол? Скидка в центр, Сити отбивается, и остается чуть меньше 10 минут. Эрлинг Холланд выигрывает борьбу. Грилиш. Холланд. Передача на Фила Фодена. И это выход. Выход на ворота соперника. Фил Фоден. Холланд. Бьет в ближний. И снова спасает вратарь. Вот это, ребята, был момент на гол. Удар заблокировали. Ну и Севилья, возможно, в одной из своих последних атак. Снова Ламела. Катит дальше на Ракитича. Сил нет, но этот может придержать. Одну минуту добавил главный арбитр, она почти истекла. Последний шанс Манчестер Сити что-то придумать в этом матче. Даст ли арбитр время? Нет. Он свистит, и по итогу в невероятном суперкубке в нашем прогнозе побеждает Севилья с минимальным счетом 0-1. В Манчестер Сити было больше ударов, больше моментов, но, мне кажется, голкипер Севильи сегодня был одним из лучших. Вы, друзья, пишите в комментариях свои прогнозы на этот матч. Понятное дело, что Сити считается все-таки фаворитом. Но иногда и темная лошадка может выстрелить. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.